Пересмотреть соглашение об ассоциации Украины с ЕС требует Венгрия. Более того, Будапешт намерен блокировать все шаги Киева на пути к евроинтеграции. Так заявил глава Министерства иностранных дел этой страны Петер Сиярта. Это реакция на новый закон Украины об образовании. В Венгрии его расценили как ущемление прав нацменьшинств. В ответ глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что пересмотр соглашения с ЕС возможен только в контексте обеспечения четкой европейской перспективы для Украины. А все спорные моменты он готов обсуждать. 12 октября во время своего визита в Будапешт. Напомню, его венгерский коллега уже отказался от встречи, которую планировали провести в Ужгороде.